Здравствуйте, друзья. Год назад примерно, вот в это время, начинали принимать заявки на участие в лотерее Green Card DV-2019. И я тогда где-то за месяц, может быть, даже за полтора, подумал, что надо бы как-то вот, ну, FAQ такой, да, такую энциклопедию такую маленькую, конспективно сделать по Green Card лотерее в виде видео, поскольку у нас формат такой не текстовой, а именно видео. И где-то, наверное, штук 40 видео на разные темы я записал. Темы эти были подсказаны нашими зрителями. На некоторые темы у нас было по несколько видео. Ну, например, как сделать фотографию правильно, вот такие. И я все это собрал в плейлист. Плейлист называется FAQ, да, по-английски FAQ, и там дальше лотерея Green Card. Он у нас есть на канале, и там довольно много видео. Я в некоторых, которые наиболее популярны, а они до сих пор там популярны, я даже поменял 2019 на 2020. Ну, так, чтобы лучше в поиске выходили. Но я вижу, что год прошел, у нас за это время подписчиков стало 1050 больше. И я понимаю, что многие даже не знают, что есть такое FAQ и что как-то это все обсуждалось когда-то. Я подумал, надо напомнить, что есть такой FAQ. Мы делаем новые видео, я их туда подключаю потихонечку в этот старый FAQ, чтобы так в одном месте все это собиралось. И те вопросы, которые сегодня люди задают, я каждый раз думаю, эх, ну что же нам теперь заново, что ли, вот на эту тему видео делать. И если будет, ну, часто повторяться одно и то же, да, ну, наверное, придется сделать заново. Вот. Но если нет, то нет. Соответственно, мы будем делать новые, будем адресовать вас к старым. В общем, знайте, что это все есть, и те вопросы, которые вы хотите задать, скорее всего, уже там отвечены. Потому что работа некоторая проделана, мы собирали вопросы, мы там ответы продумывали и так далее, приглашали людей со стороны, которые помогали отвечать. И там есть, значит, пара сюжетов о том, как заполнять заявку. Дело в том, что когда только форма выходит, при том, что мы говорим, я говорю, что, ребята, не спешите, там, недельку дайте этому там отсидеться, чтобы не попасть там в какие-то подвисающие сервера и так далее, но тем не менее, есть люди, которые хотят прямо сегодня. Поэтому, когда форма станет доступной, может быть, там, в первый день, я пойду, и если висеть не будет, я пойду и запишу, как бы я, например, там, заполнял эту форму. Для тех, кто хочет так быстро. Но для тех, кто не спешит, значит, мы можем опять кого-то позвать. И, допустим, в течение получаса или, может быть, 40 минут разобрать подробно, что там есть. И так далее. То есть, наверное, мы парочку видео сделаем о том, как именно форму заполнять. Это вот, может быть, то, что совершенно очевидно нам предстоит, а то, что не очевидно предстоит, в общем-то, зависит от ваших вопросов. И еще раз я повторюсь, если не будет каких-то заметных изменений, я не говорю кардинальных, но даже так слегка заметных, изменений в правилах лотереи, в правилах заполнения этих форм, то, в общем-то, все уже есть. Оно все есть, оно все висит, оно вас ждет. В общем, и на все вопросы ответы там есть. Счастливо!